Павел Владимирович Махотин родился в городе Выкса Горьковской области в семье служащих. В 1928 году Махотины переехали жить на станцию Навашино Горьковской области. В 1933 году в поселок Ташино, а в 1934 году поселились в Москве. В 1941 году Павел Махотин окончил среднюю школу и поступил в электромашиностроительный техникум, по окончании которого в 1943 году работал техником-электриком на заводе. В 1945 году, пройдя отборочный конкурс, Павел Махотин был принят актером в театр им. Ермоловой, где служил многие годы до ухода на пенсию. Дебют Махотина в кино состоялся в 1959 году в фантастическом фильме «Я был спутником Солнца». Впоследствии актер много снимался, играя, в основном, военных и чиновников. Скончался 1 марта 2001 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище.